В излюбленном месте отдыха латвийцев, в живописном поместье Бирени, для посетителей открылась отреставрированная водонапорная башня. Ее построили еще в 19 веке. Восстановлено не только само строение, но и старинный водонапорный механизм – ветряной ротор. Хозяева Биреньского замка рассказывают, что когда-то эта башня имела огромное значение для хозяйственной жизни поместья. В заметках помещика Аугуста Пистолкорса был описан процесс выкапывания в далеком 1863 году колодца с водопроводом, ведущим на кухню. Там же говорилось и о планах построить водонапорную башню. В ходе изучения старинных фотографий выяснилось, что Биреньская водонапорная башня была оснащена современной по тем временам системой подачи воды. Сам механизм изобретен в середине 19 века. Есть и патент в Америке. Ветряной ротор, который дает возможность качать воду. Во второй половине 19 века эта система распространилась по всему миру. В Латвии, судя по всему, она тоже была доступна. Была возможность купить такой механизм. В свое время аналогичные системы подачи воды были установлены и в других латвийских поместьях. Но в подавляющем большинстве до наших дней они не дожили. То, что водонапорная башня в Бирене сохранилась до наших дней, была пригодна к реставрации, большая удача. Вот этот колодец, его можно видеть под стеклянным полом, откуда качали воду. Можно посмотреть, в каком помещении хранилась эта вода. Прямо зайти внутрь и все изучить. Внизу есть макеты, чтобы наглядно продемонстрировать, как с помощью этой системы весь центр поместья снабжался водой. Софинансирование для восстановления водонапорной башни было получено благодаря латвийско-эстонскому проекту «Оживление индустриального наследия для развития туризма». В рамках проекта восстанавливаются 26 объектов, 6 из них в Видземе. Марина Лебедева, Латвийское телевидение, в сотрудничестве с Видземским телевидением.